Лучшие характеристики по стабильности, упругости и износостойкости. Игровое покрытие, рекомендованное Международной федерацией баскетбола для проведения официальных соревнований, появилось в Омске в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Надианова». 4 декабря опробовать новые паркеты и стать свидетелями торжественного открытия модернизированной площадки собрались баскетболистки команды «Нефтяник» и более 50 юных воспитанниц спортшколы. У нас есть поручение губернатора, который по итогам выступления нашей команды взрослой баскетбольной «Нефтяник», ее учитывая стабильные результаты высокие в суперлиге баскетбольной, принял решение о том, чтобы создать условия комфортные для тренировок игроков, а также условия для того, чтобы можно было завести, организовать и начать работу с детскими группами баскетбольными на базе нашего вот этого прекрасного физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня очень знаменательный день, эмоции просто переполняют, так как спустя два года у нас не было своего места. Мы ездили из зала в зал, тренировались каждый день, утром, вечером в разных тренировочных залах, не знали точного расписания, очень тяжело это все было. И спустя два года у нас появился свой новый дом. Первыми опробовать современное покрытие удалось юным баскетболисткам, участницам Блиц-турнира. За победу боролись спортсменки 2006-2008 годов рождения. Лучший результат показала команда «Нефтяник-1». У нас замечательный тренер, она нас тренировала, и мы к этому очень давно стремились. Как вам новый паркет? Нам очень понравилось. Старый паркет, на нем очень после тренировок болели суставы, колени, а на этом паркете такого нет. Конечно, у нас только радости, что мы сюда пришли. Новый зал, новый паркет, и дети рады, и как я тренер, очень этому рада. Ярким завершением вечера стал мастер-класс от игроков команды «Нефтяник» для юных баскетболисток, а также автограф-сессия. Конечно, мне больше всех, наверное, понравилась Ксения Чинаева, капитан команды «Нефтяник». Там было самое интересное задание, и она лучше всех, наверное, показывала само задание. Конечно, я хочу играть в команде «Нефтяник» и сначала попасть в дюбл, а потом в самой команде «Нефтяник» и стать ее капитаном. Паркет ФОК «Надианова» станет основной тренировочной базой для баскетбольных команд «Нефтяник» и «Нефтяник Дюбл», а также детских групп, сформированных на базе Центра игровых видов спорта для воспитания резерва команды.